Функциональщики – хитрые и беспринципные байтеры. Они нагло всех обманывают, используя при этом самые грязные завлекалочки. У меня просто что-то внутри сломалось, когда я узнал, насколько они коварно и лживо завлекают людей перейти в свою веру. Они такие: «Да, мы функциональщики, у нас все декларативно. Мы флексим». Да что уж там, мы и есть флекс. Живая инкарнация Тони Лайфера в мире IT. Не то что вы, императивные чмони. Фу вам в лицо. Ладно, лезу, короче, почитать в интернет, а что же это за декларативность такая, и почему все функциональщики нещадно натирают на нее свои копья. Интернет меня не огорчил. В принципе, как и с ООП, которые везде и всегда объясняют на примере зоопарка, данную парадигму мне объяснили на примерах про официанта. Они бы мне еще пузырьковую сортировку показали на примере венгерских народных танцев. Оу. Окей, ладно. В общем, это я к чему. 17 и 18 марта тебе предоставляется замечательная возможность гонять на конференцию для разработчиков HiLoad++ и насладиться сочными докладами на профессиональные темы без плешивых аналогий и лишней воды. В программе более 130 докладов, каждый из которых решает конкретную задачу. Но одними выступлениями все не ограничивается. У тебя будет возможность потусить в GetMentor гостиной и поконсультироваться с топ-разработчиками на этом краю земли. Помимо прочего, на все 2 дня заявлен набор мероприятий от Яндекса, в котором будет возможность погрузиться в машинное обучение. Ну и конечно же пройдет премия HiLoad Awards, в которой традиционно наградят лучших вкладчиков в развитие в экосистемы интернет-разработки в России. В общем, переходи по ссылке в описании и записывайся на конференцию. А я в свою очередь жду от тебя мини-реферат в комментариях по каждому из докладов. Итак, поехали. Императивность – это когда ты официанту пошагово объясняешь, как сделать так, чтобы он принес тебе стейк. Ну типа, записываешь на бумажку слово «стейк». Делаешь 20 шагов в сторону кухни, отдаешь бумажку, забираешь стейк, приносишь сюда. А декларативность – это когда ты просто говоришь официанту: «Братишка, принеси-ка миска», и он делает, что надо. Собственно, у меня возникает всего лишь один вопрос. А кто, мать вашу, уже объяснил официанту, что он конкретно должен сделать? А оказывается, у него это уже под капотом напрограммировано императивчиком Васей. Так чем это отличается от простого вызова, реализованного кем-то другим метода у императивщиков? Ничем, мать-перемать. Просто ничем. Декларативность – это на самом деле еще один уровень абстракции, в кавычках, над императивностью. Я предъявил одному функциональщику эту петрушку, он сказал: «Знаете что? Что настоящая декларативность есть у какого-нибудь SQL, а в остальных местах так называемая псевдодекларативность». Просто представьте мое лицо в этот момент. Не такого киберпанка я хотел. В итоге я решил назвать эту парадигму вафлеративностью, то есть какой-то вафленой декларативностью. Зачем про декларативность заикаться при таких обстоятельствах, для меня это загадка. И в конечном мейнстримном счете мы имеем следующее очень странное положение. У нас есть типа true декларативные языки, к которым относят SQL и, например, внезапно HTML в связке с CSS. Насчет их трушности я бы поспорил, потому что при разработке SUBD или рендера в браузере без императивщины нам также не обойтись. Ну да ладно, опустим этот неудобный момент, просто если так продолжить декомпозировать, то ненароком можно добраться до регистров и прерываний. Кстати, на примере браузера, как по мне, удобнее демонстрировать принцип действия декларативной парадигмы. У товарища HTML-верстальщика есть задача создать веб-страничку, для этого он использует HTML и CSS инструкции, описывая, как именно должна выглядеть эта страничка. А всю душную работу делает браузер, парсит HTML и CSS, строит дом, объединяет его с CSS Object Model для построения дерева рендеринга, далее рассчитывает лайаут и отрисовывает его на экране. В общем, понятно, что в фоне происходит дохренальон операций, о которых сеньор HTML-верстальщик даже не задумывается. И я думаю, уже ни для кого не секрет, что тот же самый CSS мало того, что декларативный, так он на самом деле является тьюринг-полным языком, потому что на нем совершенно спокойно можно закодить правило 110. Так что хватит дискредитировать CSS-программистов, даешь хэштег CSS тоже язык программирования. Следующим по списку вафлёности идут логические языки программирования. Да, они тоже относятся к декларативной парадигме, и здесь стоит отметить самого красочного представителя – Prolog. Ну камон,
Правда, сейчас он давно и безнадежно мертв, и мучают им в основном студентиков чисто по приколу. Да и понятно почему. Во-первых, супер узкая специализация. Язык создан задротами для задротов, так как тут используются предикаты математической логики. И поэтому условным математикам-ученым в говне моченым, может быть, это и будет удобно использовать, но нормальным людям сюда вход строго запрещен. Во-вторых, его также можно отнести к классу вофлеративных языков программирования. Без императивщины в процедурном стиле ты хрена с два напишешь какую-нибудь нормальную программулину. А вишенкой на этом вафленом тортике является отсутствие типизации, занавес. И, собственно, апогеи вофлеративной парадигмы. Функциональные языки программирования. Вот эти вот ваши хайповые скалы и фарши. Окей, скажу сразу, они будут оправдываться тем, что у них не true функциональное программирование. И вообще у них не ебаться метапрограммирование. И на самом деле языки эти мультипарадигменные, и соль совсем в другом. А я опять все не так понял. Хорошо, хорошо. Давайте об этом побеседуем с вами в следующий раз. Но я все же подытожу, что за всем этим флексом о декларативщине стоят обыкновенные, ничем не примечательные императивные костыли, которые совершенно ничем не отличаются от костылей на обычных галерных языках. Так что, господа функциональщики, я требую от вас честного ответа. Не надо вот сейчас вот тут вот крутить своей попкой. Давайте, расскажите всем в комментариях, почему вы императивно реализуете функции, вызываете их и называете это декларативностью, и делаете это с таким лицом, будто ракеты в космос запускаете. Ну, в самом деле. Ну и как бы, если я какой-то видос до конца досматриваю, то никогда не поленюсь поставить лайк и написать в комменте типа «Братан, хорош, давай-давай, вперед, контент в кайф, можно еще вообще красавчик». Можно вот это вот почаще. Давайте, пока.